Почему люди так любят истории? Ведь рассказывать их начали еще наши предки. Кто может привести мне пример мифа или истории, которая вас пугает? Лукас. Что случилось? Сегодня в лесу нашли половину тела. Половину? Вторую обнаружили потом, в шахте. Думаю, тут потрудились звери. Я таких зверей не встречал. Фильм режиссера Скотта Купера. С Лукасом что-то происходит. И лауреат Оскара Гильермо Дель Торо. Это рисунки моего ученика. Это то, что было в шахте. Какой-то дьявольский дух. Но это же миф. Для вас, да. Fox Searchlight Pictures представляет. Он не твоя забота. У него никого нет. Значит, моя. Он придет за мной. Я ему нужен. Он здесь. Оленьи рога.